Радостные новости приходят из американского Нью-Хейвена. Арина Соболенко в полуфинале теннисного турнира категории «Премьер». And Arina Sabalenka just keeps on winning, making the semifinals at the Connecticut Open. В 1/4 финал турнира с призовым фондом почти 800 тысяч долларов белоруска противостояла Белинде Бенчич из Швейцарии. Это была первая очная встреча девушек на корте. Матч продолжался всего 63 минуты. В первом сете Бенчич на равных сражалась Соболенко до счета 3-3. Во второй партии до цифр 2-2. Уверенная победа Арины 6-3, 6-2. Отмечу, белоруска выполнила 4 подачи на вылет и реализовала 3 брейкпоинта из 7. И уже известно, что благодаря этому результату Соболенко поднимется как минимум до 24-й строки в мировом рейтинге WTA. Я была настолько уставшей после предыдущего матча. У меня просто не было сил на то, чтобы делать что-то лишнее, кроме как играть. Я оставалась на корте спокойной, и, наверное, это и был ключ к успеху в сегодняшнем поединке. За последнее время мой уровень тенниса многократно вырос. Спасибо тренеру. Впереди еще один тяжелый матч, но после такого количества трехсетовых встреч я готова ко всему. Мне все равно, против кого я играю. Я просто выхожу на корт и стараюсь показать свой лучший теннис. За выход в финал престижных соревнований Арина Соболенко поспорит с 9-й ракеткой мира немкой Юлией Георгис. Матч пройдет в вечерней сессии. Ориентировочное начало встречи 9 часов. Прямая трансляция на Беларусь-5. Соперницы уже встречались в своей истории, причем это было совсем недавно, в июне на травяном турнире в британском Исбурне. Отрадно отметить, что тогда выиграла белоруска 1-6, 6-4, 6-4.